Игорек 2 дня уже не поднимает телефон. Наш старший, мы за своего старшего. Кто вы такие, вас, блядь, знать никто не знает, зачем вы эту пургу вообще разносите? И против нашего старшего брата Зелима ты против рот открыл? Если, блядь, мои пацаны соберутся, нахуй, так же будут вам записывать. Вы хули эти видео для кого записываете-то, блядь? Для органов или для меня? Давайте прямо сейчас даже позвоним этому шведу. В настоящее время абонент занят. Просто был швед, блядь, и нету шведов. Какие-то левые люди там видео мне снимают. Мы тебе говорим, это наш старший, наш не старший. Вас просто лбами умных людей сталкивает какой-то интриган. Его и так даже нахватывать не надо, он скоро будет нахвачен. Итак, друзья, всем привет, с вами Никита Ворожбитов. Прямо сейчас нахожусь в Москве, приехал к шведу на встречу. Он мне как-то написал в инстаграме, типа, приезжай, Ворожбитов, в Москву, любое время, любое место, мы подтянемся, порешаем все наши вопросы, ты пиздобол, чепуха, и лицемер, и конкретно по эффекту все будет тебе обосновано. В итоге я сейчас нахожусь в Москве, приехал, как видите, без группы поддержки. Что происходит? Игорек 2 дня уже не поднимает телефон, я пишу ему в инстаграме, пишу ему в WhatsApp, пишу ему смс-ки, звоню ему на телефон, во все соцсети, куда только можно. Игорек полный игнор, дотягиваюсь до людей, прошу, люди, свидите меня со шведом, скажите, что я приехал в Питер, хочу с ним увидеть, почему он морозится. Люди до него дотягиваются, он говорит людям, я не буду с ним встречаться, пусть едет назад домой. И что в итоге, это по-мужски? Когда человек мне пишет, у нас с ним незаключенный, недоговоренный вопрос, незакрытый. Я приезжаю с другого города, с Питера, к нему в Москву, чтобы договориться, урегулировать, закрыть весь вопрос, все наши вопросы и как-то прийти к общему знаменателю, что к чему, как, зачем, почему. Он начинает гаситься, как трус, как ребенок, как женщина. Слава богу, что хоть он свою жену не привел на разборки за место себя в этот раз снова со мной. В общем, друзья, хочу вам сказать еще по поводу донатов. Не делайте никакие донаты ему, ни в коем случае. Это его бизнес, это шведская тема заработка бабла. Не кидайте ему никакие копейки совершенно. Серьезно, я, блядь, жалею, что я с ним был знаком, что договариваюсь насчет пропусков. Все, извини, спасибо людям, что помогли мне сделать пропуска. А ты просто шкеешься, где-то прячешься и не можешь выйти на связь. Грош тебе цена, швед. Ты постоянно называешь себя, типа, я порядочный, вот я там то. А где твоя порядочность, когда к тебе люди приезжают, ты даже не можешь ни с кем встретиться? Ты постоянно говоришь про какую-то порядочность. Но ты просто сам даже не являешься, ты даже, наверное, не понимаешь значения этих слов, Игорь. В общем, это заключительный выпуск про шведа. Больше к нему я не хочу не иметь никакого отношения. Видосов про шведа больше не будет, если он не зацепит меня как-то очень серьезно, лично и грубо. Тогда будет один видос, будет просто отсечение на корню его головы. Ну, скажу так, никто шведа искать не будет, за ним бегать я не собираюсь, потому что вы видите, его нигде нету. Пиздец, короче, пацаны, я на самом деле расстроен, что эта встреча не состоялась, потому что я очень сильно на нее рассчитывал, блядь, как-то закрыть этот вопрос, прийти к чему-то, а тут получается просто пробел, просто был швед, блядь, и нету шведа. Короче, ладно, пиздобол он, чепуха, блядь. Все слова, которые он говорит на идее, он сам этим является. Все, друзья, всех люблю, всех обнял, на связи. Спасибо всем за поддержку. Ребята, подписывайтесь на канал MMA Mania. Там вы увидите больше боев, больше мяса и больше жести. Я вас буду ждать там. Ставьте лайки.